Снова мы едем в Сант-Эуфемио Амаелла. Собираемся идти пешком до Рокко Караманико. Сегодня какое число? 26, наверное, января. Вот это долина реки Орта. Долина реки Орта. Очень тут красиво. Мы уже поднялись очень высоко. Это видно по снегу. Потому что у нас внизу снега нет совсем. В Кьете нет снега. А здесь, как видите, его много и будет все больше и больше. И в Кьете плюс 12. Да. В нашем городе, где мы живем, плюс 12. Мы едем мимо Токко до Казаури, вот там вот Голе ди Пополи, мы его практически проехали, то есть узкое такое горлышко Голе между одной долиной и другой. Там за этой горой Морроне находится большая Валле Пелинья, или она же Конка Пелинья, то есть долина Пелинья. Но мы там были. У нас есть видео и фотографии оттуда. А сегодня мы едем в Сант-Эуфемио Амаелла. Чаще всего мы ходим зимой вот по таким дорогам. То есть они совершенно пустые, но, как вы видите, широкие и асфальтированные. Просто в Рокко Караманико никто не живет, а мы идем именно туда, в Рокко Караманико. Прекрасные звуки, которые вы, я думаю, не слышите, потому что камера, микрофон у камеры не слишком хороший. Вот льется и падает, капает лед вниз с этих деревьев. Ну что ты скажешь про этот снег? Классно, шикарно. Смотрите, здесь вот это дерево только что было все в сосульках, все покрыто льдом, но оно уже осыпалось. Караманико Терме. 2000 примерно человек живут в Караманико Терме. Мы когда поедем, собственно, в эти термы? Когда мы в бане эти поедем? Когда будет местные. Дождь. Причем тут дождь? Чтобы по горам дождь не ходить. Ах.